Приветики! Сегодня поиграем снова в PUBG Mobile. Это уже второй раз будет у нас, да, PUBG Mobile. Как я говорил, меня что-то затянуло в нее. Видосов давно не было, потому что я ленился. Что-то мне как-то желания ни во что играть не было. Сегодня решил позаписывать опять. Что-то настроение появилось. Надеюсь, мы не сдохнем сразу же. Надеюсь, я выживу надолго. Буду опять прыгать куда-нибудь. Думаю, не в самый замес. Не люблю я прыгать в самый замес. Обычно прыгаешь в самый замес. Сдох. Если ты играешь, типа, с рандомными чуваками, как сейчас я, то, типа, говно получается. Они тебя вообще не спасают. Кто тут хоть? Ну, один русский есть, смотрю. Русский, хрен пойми кто, и молоко 200. Ну, видимо, тоже русский. Молоко 200. Такие большие статуи. Я тоже хочу быть здесь. Вот здесь, прям на первых местах. Итак, куда прыгаем? Куда прыгаем? Так, все полетят починки. Пробую, наверное, на ферму жмякнуться. Ну, что-то опять... Не, вроде нормальная чувствительность мышки. Фига на милитари бас, сколько сразу же прыгнула. А там будет замесон. Вкусняшка такая будет. Чувак показывает, что надо в мулту лететь. Даже дальше там мулты. Не, в мулту, конечно, прыгнуть вариант. Можно залутаться нормально. Попробуем мулту прыгнуть. Где мулта? Вот там мулта. Мулта, я лечу, жди меня. Калашик подари мне, и я буду любить тебя. Блин, я забыл переодеться, ну ладно. Ой-ой-ой-ой. Как просел. Зря, наверное, 2К поставил разрешение. Хотя вроде нормально. Только здравствуй, пинг. Ну ничего не поделаешь. О, нашего уже вырубили, я же говорил, дебилы. А кого хоть, 4-го? Вообще даже неизвестно, куда он улетел и куда. Юзи, давай, давай, бери, бери, бери. Второй броник. Кошерно, кошерно. Так, давайте вот этот вот сменим на вот этот вот. На мутанта. Ух, третий броник, прям красота. Кто-то где-то сел на машину и свалил, я слышал это. Офигеть! Ну, вроде на бота не похож. Оба, 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 видел, 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 видел. Вот там вот. В этом красном доме сел. Он не он. Подбегу лучше ближе. Ага, я понял, где. А ты думал, я внизу бегаю, да? Ха-ха! Нет, мужик, нет, 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 нет. Далеко даже не рядом внизу.
Ну, 2 кило есть, уже неплохо. Учитывая, что мы же... Блин, что-то... Где там первый стреляется? Побегу я, пожалуй... Нет, не побегу. Гренку возьму. Блин. Так, аптечка. Так. Кто-то такое чувство со снайперки нормально так глушит. Воу! Подвисание бывает. Ну что ж ты делаешь-то, дурачок? Воу! Офигеть, их там трое. Знаете, я принял волевое решение свалить. Это очень такое серьезное мужское решение. Валим. Точнее, не валим, а тактически отступаем. Чтобы перегруппироваться и не сдохнуть. Блин, того одного завалил. Я думал, там лежачий еще один, типа такой-то. Он нокнул, типа, одного, а нифига. Там их было двое, еще и не нокнутых. Или один был нокнут, и его поднимал второй. Черт знает, короче. А в том, что там опасно, капец, то как. И нам желательно меньше, чем том 50. Нет. Короче, пока 50 живых останется, не умирать. Не хочется сливать рейтинг. Вообще никак. Стреляются козлины. Мне бы хоть один икс, так я бы, может... Фигня, короче. Курам насмех так стрелять. У мутанта разброс не хуже, чем у калаша. Плюс еще вообще, можно сказать, без прицела. С этим сраным голографом. Ой, не голографом, коллиматором. Голографом. Рой голографом. Правильно, голографом. Наш Сьюмпа кого-то нокнул. Там стреляются, тут стреляются. Куда эти чувачки побежали, интересно? Типа, особо смысла отсюда рыпаться я не вижу, но и здесь оставаться стрёмно, потому что... Чуваков трое, а я один. Этот дебил первый сдох. Зачем он вообще туда полез? Же знал, что... Он видел, что я не особо близко. Нашего. Пульнули. А, так там желтый дым. Там, походу, супергруз. Может, я тоже зря туда бегу, там все-таки. Это что было, так гроза или что-то такое? С чего он его так хорошенько размат...
Ах ты, гад ты. Лучше валить оттуда. Это просто охренеть. Я думал, я откинусь. Чё ж они все такие сильные-то? Вообще прям капец. Дайте мне кого-нибудь послабже-то, пожалуйста. Я же не ультра-мега-профи-мен. Ничего, нормально. 2 кило мы отбили, уже неплохо, уже неплохо. Что-то. Немножко, но хоть что-то. Так, еще одни бинты. Интересно, этот чувак сюда попрется или нет? Или те чуваки, может, сюда попрутся, нет? Там есть эта площадочка. Нет, он, наверное, сюда не попрется, думаю. Смысла ему нету. Так, а куда зона-то вообще? Где мы? Блин, неужто на это? На милитари баз будет. Угу, вон. Приехал. Красавчик. Так, дождемся сужения, еще одного сужения зоны. Посмотрим, куда зона идет. Мне что-то кажется, что, блин, она идет на сосновочку. Вот сюда вот. Или, блин, или она сюда, или нам нас сомкнется. Третий до последнего наблюдает за мной. Ха-ха. 2 уже вон ливнули в следующую катку, а третий наблюдает. Третий ливай, это надолго. Я буду играть в крысу. Я не попрусь на рожон. Так. Ашенте мучо. Эсельо Грандо. А чё? А, вот наверх. На всякий случай пригодится. Хотя я сколько не беру эти гренки. По-моему, наверное, все раз я ими пользовался. Но пока непонятно, зона сужается на нас и на сосновку. Черт пойми. Черт побери. Течка на месте, патроны на месте, ручка на месте. Компенсатор для ПП. Отлично. Патрики святые. Небесные патрики святые. Не видно. Гараж загонять не буду, чтобы потом уже было. О, да! Кошерно, 4x сюда. Наконец-то 4. О, какое-то пасхальное яйцо подобрал.
4x. Опа, я сквозь дерево шел. Я умею телепортироваться. Точнее, проходить, принимать нетелесную оболочку и проходить сквозь телесные объекты. Красивая стена. Люблю, пап, ничего не делаешь. И до 20, до 20 ты хужешь и хужаешь, как нефиг делать. Прям красота. Да, блин. Еще юмп. Возьмем патронов на всякий случай к нему. Я бы вот мутанта, наверное, поменял на что-нибудь другое. И поставил бы ему коллиматор. Вот так, отлично. Не люблю голографы. Так, зона снова сомкнулась уже? Нет, 2 секунды осталось. Блин, как долго, что-то вот, когда надо, зона так долго идет. Как бы 22 человека на такую зону, это охренеть как много. А я 100 пудов словлю шальную пулю себе в задницу. Даже на... При таком количестве человек на такое пространство, на квадратный метр. Так. Куда съездить? Я черт знает. Вот куда зона сейчас пойдет? Сюда ехать? Ну что ж, едем. Врум-врум, мазафакер! Дрифт эспаньоло! Опс! Дрифтуем в папке. Дрифтуем в папке. О! Подозревака. Здесь кто-то был. Показалось. Что-то всех где-то убивают и как-то... По-моему... А, нет. Да, я так понимаю, какой-то один сквад всех выносит. Потому что вот эта тут винтовка... Уже не первый раз мелькает. Что-то никто как не заметил. Так, вот зона сужается. Вот мне надо знать, куда дальше зона идет. Потому что, ну, в Сосновку ехать, так, блин, мост. Мост тот перекрыт уже, мост дальний, второй. По этому мосту. А этот мост стопудов стерегут. Это значит, по воде дергать надо. Угу. А, он еще может мне показывать, отмечать. Так, они все вернулись. То есть был дисконнект, а сейчас черепки, то есть. Ну, чуваки, а. Не надейтесь, чуваки. Топ-1 я не возьму, это 100%. Не нравятся мне эти залутанные чуваки. Хотя, если А чё, все лодки горят? Подозрительно.
Стоит машина и горят все лодки. Но ни шагов, ни шорохов я не слышу. Пожалуй, я сделаю вот так. Тактика «Секрет шелестящей травы». Мы скрыты, нас не видно. Мы сама тень. Мы ночь. Мы клинок, разящий во тьме. Мы дозорные на стене. Мы дозорные в траве. Мы юмп, разящий в траве. Мы дозорные в листве. Ух, нифига у чувака там как красиво убийство показывается. Ага, она покупал донатер. В живых 9 человек. Зона ни хрена еще не собирается сужаться. Я никого не вижу, но мне страшно. Капец страшно. Хоть этого и не видно. Потому что я... У меня всегда покерфейс. Да. Ну, где? Ладно, мы подождем. Поразминаемся, приготовимся. Потренируем глаза. Отлично. Мы полностью готовы. К потрясению. Сейчас стопудов, чувак вот так же тут где-нибудь рядом ползает. И только я встану, сразу спалюсь. О. Груз. Нет, меня на это не купишь. Стопудов палит, какой-нибудь чувак с коряком сидит. Оп, ну, о чем я и говорил. У-ху, бежим. Я говорил, какой-то чувак стопудов сидит и палит. И вот я был прав. Только вот где он палит, я не понял. В воду-то сейчас суваться, это вообще капистос. Учитывая, что тут красный дым. Блин, мне на экранке грязька была, я подумал, что кто-то по другому берегу бегает. Ай, ну вот, ну... Ах, так и знал, не стоит суваться в воду. Четвертый. Хотя бы надо было до третьего дотянуть, но блин. Вот я говорил, кто-то палит красный груз сраный. Ах. Ну что ж, ничего не поделаешь, мы сдохли. Но рейтинг я не потерял. И я еще MVP. А плюс, да... Красава, 2 кило, 469 дамага, 20 минут выживания. Все, класс. Все просто чики-брики. Так, какое-то яйцо, яйцо счастья. Яйцо счастья. Откроем ящичек. О, нормально, штанёги получили. Немногие могут увидеть это яйцо. И чего, и куда мне с ним? Увидел я его, и что-то там изменилось. Так, получим за то, что нашли сковородку. Заберем сегодняшние все участвовать в одном бою. Неделя у нас обновилась.
Так, клановые. Тридцать минут надо было выжить. Больше никогда не сунуть в воду, когда вот такая вот фигня. Это какая-то подстава дикая. Так, ну ладно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока!